Привет, вы на канале Shark and Friends. Сегодня мы будем делать украшения на двери. Что нам для этого надо? Бумага, нитки и ленты, клей, карандаш и клей ПВА. Чтобы сделать вот эти вот сердечки, нам нужно и цветочки, линейка, карандаш и ножницы. Линейку и карандаш мы отодвигаем. Я теперь покажу, как делать сердечки. Нам нужен прямоугольник. Мы его складываем в квадрат и прилаживаем сердечко. И потихонечку, аккуратненько вырезаем. Вот какие у нас получились сердечки. Есть и вот такие вот двойные. И вот такие вот одинарные. Вот столько у нас получилось. Вот у нас есть вот такие вот квадраты. Мы их сворачиваем. Первый штрих мы его сворачиваем треугольничком. Вот так вот. Потом еще раз треугольничком. И еще раз треугольничком. И потом прилаживаем вот такой уже цветочек, еще не раскрытый. Вот сюда вот прилаживаем. И карандашиком обводим. Карандашиком обводим. Теперь берем ножнички и аккуратненько отрезаем верхушечку. Вот так вот. Вот так вот. Потом берем и начинаем его потихонечку раскрывать. И что-то не хочет цветочек у нас раскрываться. Показать зрителям, какой у нас цветочек получился. И вот у нас получается вот такой вот цветочек. Теперь мы берем синенькие квадратики, маленькие, которые у нас будут служить как его сердцевинка. Теперь берем карандаш, клей-карандаш. И вот так вот делаем небольшой, немножко клеем мастим. И цепляем этот наш квадратик на цветочек. Вот что у нас получается. Вот сколько получилось у нас цветов. Вот такие вот красивые цветочки. С разными серединками. С разными серединками. Красные, синие. Где-то тут желтые. Вот. Теперь мы берем все наши сердечки и цветочки и клеим на ниточку где-то метр с половиной. Вот, берем по пальчиковый клей. Он очень вообще это карандаш. Он очень хорошо клеит. И так обильно промазываем стык. Теперь берем и наклеиваем. Вот так вот. И можно закрыть, тогда оно проклеится лучше. Раз. И теперь открываем. Та-дам! Вот чуть-чуть оно проклеилось. И все красивенько подходит. И дальше берем цветочки. Цветочки у нас одинарные, поэтому нам нужно два штучка. Два штучка цветочка. И мы их склеим вот так вот. Теперь берем, опять обильно промазываем клеем. Вот так вот. И где-то через 15-18 метров, сантиметров, цепляем.
цеплять, 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 цеплять. Раз. И второй также. Провязываем обильника. И цепляем. Вот так вот. Теперь... Вот что у нас получилось. Мы прицепили на дверь и добавили вот таких вот ленточек. Вот что у нас получилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока-пока и до новых встреч!